смотрите программу «Тему дня». Меня зовут Валерия Королева. Здравствуйте. Совершенствование работы по профилактике и лечению онкологических заболеваний – одна из ключевых задач национального проекта здравоохранения. Онкозаболевание – одна из распространенных причин смерти в регионе. Самый надежный способ борьбы – это ее предотвращение. Сегодня мы поговорим о том, как сохранить свое здоровье, защититься от опасного заболевания. Гости сегодня – Низова Елена Андреевна, заведующий Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Тверской области. Добрый день. Оксана Андреевна Комарова, главный врач Тверского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Тверской области. Добрый день. И заведующий диспансерным отделением Ирина Владимировна Евстигнеева. Здравствуйте. Я думаю, наверное, логично начать со статистики. Оксана Андреевна, поделитесь, да, цифрами. Ну, надо сказать, что с 2019 года у нас в Российской Федерации стартовал национальный проект здравоохранения. И в рамках данного нацпроекта в Тверской области разработана правительством, подписана губернатором региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Тверской области». Основная цель программы – это снижение смертности. Это смертность, это один из наших столпов, да, один из целевых показателей программы, на которые мы ориентируемся. Зачем? Да, это снижение смертности, выявление первых-вторых стадий, это снижение инвалидизации, улучшение качества жизни наших пациентов. По заболеваемости, надо сказать, что мы, конечно, наши цифры превышают данные ЦФО и в целом Российской Федерации. Лидируют у нас такие нозологии, как рак кожи и меланома. Это произошло в последние 2 года. Далее это колоректальный рак, рак молочной железы, рак желудка, рак предстательной железы. Что касается смертности, то здесь традиционно на первом месте рак легкого. И, к сожалению, надо отметить, что в 2019 году рак легкого появился в структуре смертности и у женщин на лидирующих позициях, к сожалению. Также по смертности лидируют рак желудка, колоректальный рак, рак молочной железы и появляется рак поджелудочной железы. Вот. С чем это связано? Конечно, это предопухолевые и опухолевые заболевания, как раз то, о чем мы поведем речь, о первичной профилактике. И не случайно именно в региональной программе одним из первых пунктов этой программы стоит именно первичная профилактика. Это предупреждение опухолевых, предопухолевых заболеваний с целью снижения заболеваемости в целом. Потому что есть понятие еще вторичной и третичной профилактики. Это то, чем занимаются уже онкологи. Это выявление первых-вторых стадий, снижение, предупреждение рецидивов, раннее предупреждение. И они уже занимаются лечением. Вот. А вот по профилю, вернее, у нас есть некоторые даже успехи по показателях, именно что касается показателя смертности. Для примера просто несколько выкладок статистических. В 2017 году этот показатель составлял 257 на 100 тысяч. По предварительным данным 2020 года это уже 250 на 100 тысяч. То есть у нас определенные успехи есть. Это касается и одногодичной летальности, и у нас происходит накопление контингента, как мы говорим, онкологических больных. На 1 декабря 2020 года эта цифра составила уже 41,5 тысячи пациентов. И фактически 60% из них стоит на учете 5 лет и более. То есть это очень высокий такой показатель, и мы находимся по этому показателю в лидерах среди субъектов РФ. А, Елена Андреевна, наверное, это вопрос к вам. Если не так, вы поправьте. Первичная профилактика, что она под собой подразумевает? Первичная профилактика – это все, что делает сам человек, прежде всего я начну с этого, вместе с нами, с докторами, чтобы не заболеть тем или иным заболеванием, в данном случае онкозаболеванием. Дальше у нас совсем рядышком стоит вторичная профилактика, которая включает в себя раннее, очень раннее выявление предболезни или болезни, в данном случае предонкологии и онкологии. Ну, если вы начали с первичной профилактики, то, наверное, конечно, когда меня видят в студии, то встает вопрос: Елена Андреевна, скажите, можно человеку что-то сделать, чтобы не заболеть раком, или нельзя? А если можно, то что нужно сделать?
Наука на сегодняшний день располагает достаточным количеством сведений, которые позволяют сказать, что да, можно. Можно, если озаботиться своим здоровьем, если обращать внимание и на какие-то здоровые традиции в поведении. И мы, конечно, говорим все-таки о факторах риска развития всех заболеваний, и в частности онкологических. И здесь хорошая и плохая новость в том, что какого-то одного единого вот фактора риска для онкологии, для вообще раковых онкологических заболеваний не существует. Наверное, специалисты вот в дальнейшем скажут, что для каждой локализации есть какие-то определенные вещи. Где-то это инсоляция, где-то это инфекционный агент, где-то что-то. Но в целом, если мы будем говорить, что это как это не смешно, может быть, звучит, это все те же пресловутые факторы риска неинфекционных заболеваний. И это курение, это ожирение, избыточная масса тела. Все больше и больше об этом говорят, что ожирение – это не только некрасиво, это не только диабет сахарный. Потом мы стали говорить, что ожирение – это инфаркт, инсульт. А теперь мы стали говорить, что ожирение, избыточная масса тела – это еще прямой путь к онкологии. Сюда же попадает недостаточная физическая активность. И хотя мы говорим вот fat and fit, что в принципе допустимо иметь избыточную массу тела, но быть при этом физически тренированным, но вот недостаточная физическая активность, особенно и у людей с низкой массой тела, с нормальной и с избыточной массой тела, это тоже нехорошо. Это тоже нехорошо для риска возникновения онкологии. Но уже, конечно, я должна все-таки и обязана сказать про курение еще раз, потому что это не исследование на мышках, на кроликах, это исследование десятилетиями проводимое на больших когортах, мы говорим, людей, которые показали, что да, безусловно, есть люди, которые курят всю жизнь и умирают не от рака, мы сегодня говорим о раке, но в целом для каждой локализации риск гораздо выше у курящих людей. И он существенно, я бы сказала, превышает этот риск в разы. Вот то удовольствие, которое курильщики, наверное, получают от сигарет. Это просто вот мы не задумываемся об этом. Вот первичная профилактика начинается с того, что задумайтесь, что вы хотите, чтобы у вас не было рака. И потребление табака, о котором тоже мы сегодня должны сказать, не курение, а вот современные способы доставки никотина, это тоже риск, безусловно. Он не изученный, он пока еще не получил своего числового количественного выражения. Но в данном случае мы становимся какими-то, в общем-то, подопытными существами, на которых проводятся эти исследования. Мы боимся вакцинацию, потому что мы не хотим стать подопытными существами. Мы все поголовно становимся либо активными, либо пассивными потребителями новых продуктов. Ну вот я, наверное, ответила на ваш вопрос, что если избегать всех вот этих воздействий, и если все-таки снизить распространенность факторов риска, то мы с вами убережем себя во многом, в значительной степени от возникновения онкологических заболеваний. То есть, если резюмировать, получается, что правильное питание, правильный образ жизни здоровый и, соответственно, отказ от вредных привычек, они снижают риск возникновения такого заболевания. Абсолютно правы, но вот, может быть, немножко другую последовательность питания мы. Да, но у нас все равно некие столпы, да, первичной профилактики. Вот. Это табакокурение, рационализация питания, активный образ жизни, предотвращение воздействия физических, химических факторов и инфекционных канцерогенов. Сейчас пришло время прерваться на короткую рекламу. Не переключайтесь. А мы продолжаем. Тема дня в эфире. Мы продолжаем говорить о профилактике онкологических заболеваний. У нас гости сегодня — это Низова Елена Андреевна, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Тверской области, Оксана Андреевна Комарова, главный врач Тверского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Тверской области и заведующий диспансерным отделением Ирина Владимировна Естингнеева. Мы перед выходом на рекламу поговорили, да, о первичной профилактике. Ирина Владимировна, какой вот среднестатистический, да, портрет вашего пациента, онкодиспансера? То есть это какой-то набор заболеваний хронических, возраст? Хороший вопрос, потому что на самом деле нет такого, невозможно себе поставить манекен и сказать, вот больной такой, такой, такой. Сейчас я хочу вам сделать небольшое резюме по выступлениям моих коллег,
мы говорили о первичной профилактике, о том, что сделать, чтобы не заболеть раком. Мы пришли к выводу, что нет универсального фактора. Я бы хотела все-таки сказать, что наука идет вперед очень большими шагами. Нам повезло, нам, онкологам, которые работают в 21 веке, потому что достижения потрясающие в молекулярной генетике. И на самом деле, конечно, огромное количество раков вызываются генетически. Это касается рака молочной железы, часто меланомы, рака легкого. Имеются нарушения генетические, имеются поражения ДНК, и у пациентов возникает вот такой вот стимул к опухолевому росту. Это одно. Второй момент. Мы говорили о здоровом образе жизни, Оксана Андреевна очень хорошо рассказала, но я бы вам хотела сказать, я не повторю это, не перестану это повторять всегда и везде за все 35 лет своей работы онкологом. Это здоровый образ мысли. Люди сейчас, конечно, пациент изменился коренным образом, то, что было 35 лет назад и сейчас. Это совершенно разные люди. Понимаете, у человека должно быть позитивное отношение к жизни и позитивное отношение к себе. Себя нужно любить. Не нужно завидовать, не нужно злиться. Нужно строить добрые отношения, гармоничные в семье, с соседями, с коллегами по работе, с друзьями. Понимаете, это все вот эти люди, эмпатичные, они по-другому переносят заболевания, и они по-другому относятся к себе, они более своевременно приходят на прием к доктору, они не боятся идти на какие-то обследования, они не боятся выслушивать правду, понимаете? Они наши коллеги на самом деле, потому что я всегда говорю, вы себе сам врач. Вот что вы будете думать, то у вас в жизни на самом деле и будет. Что сейчас изменилось? На самом деле существует такое представление, что рак помолодел. Почему оно возникло? Потому что очень большая продолжительность жизни и потому что очень много пациентов пожилого возраста и старческого приходит к нам, чего раньше, поверьте мне, 35 лет назад просто не было. На самом деле сейчас мы лечим и проводим токсичные виды лечения, токсичные. Те виды лечения, которые переносятся достаточно тяжело, мы проводим не так, как раньше, 30 лет назад, до 70 лет, до 65 у нас люди и в 80, и в 90 лет. В 90 лет участники Великой Отечественной войны есть, за 90 лет, которые просят провести химиотерапевтическое лечение и совершенно нормально его переносят. Конечно, возраст от и до, средний возраст, конечно, сохраняется. Молодые пациенты обращаются чаще с генетическими нарушениями. Но каков пациент приходит? Инфаркты, состояние после инфарктов, инсультов. Очень много пациентов больны сахарным диабетом. Вот эта проблема профилактики, проблема кардиодиспансера. Очень много пациентов имеет обширный коморбидный фон, фон болезней, сопутствующих, которые часто не позволяют нам лечить. Но на самом деле я вам должна сказать, что и изменилась структура обращаемости. Если раньше, много-много лет назад, в 80-х, 90-х годах прошлого столетия, мы видели в основном рак молочной железы, мы лечили его, лимфопролиферативные заболевания, лимфогрануломатоз, то посмотрите, что сейчас. Огромное количество пациентов с раком кишечника получают лечение. Огромное количество пациентов с опухолями мозга. А ведь это гаджеты. Ведь вы посмотрите, что творится на улицах. Вместо того, чтобы пойти с ребятами на костер запечь картошку, попеть песни и повлюбляться, они сидят все на скамейках со своими гаджетами, да еще с наушниками, со всякими гарнитурами. То есть они постоянно испытывают влияние радиоволн. И это ужасно. Если я вспоминаю 80-е годы, у меня всего лишь на всем пролетарском районе был один пациент с опухолью мозга. Они часто погибали, плохо диагностировали, не было таких возможностей МРТ, ПЭТ-КТ и так далее. Понятно, что возможности диагностики изменились. То сейчас у нас их сотни, этих пациентов, и они получают терапию, химиотерапию, мы их лечим. И эти пациенты многие работают, годами лечатся у нас и наблюдаются. Конечно, очень много пациентов и с опухолями поджелудочной железы. Мы раньше просто не имели возможности их диагностировать. Да, мы могли видеть их на УЗИ, но сейчас-то мы каждому пациенту выполняем биопсию. Без гистологии нет онкологии. Люди это все должны понимать. И идти нам навстречу, и соглашаться на биопсии. Потому что, определив структуру опухоли, а может быть, она совершенно не такая, как мы думаем по обследованию, а другая. И мы можем подобрать ключик к этой опухоли. И можем помочь пациенту. А вы поясните, что это за процедура, да? Кто ее назначает? То есть это вы назначаете. И почему ее все боятся?
Знаете, когда я пришла работать много лет назад, слово «пункция» вызывало у всех трепет и страх, потому что все считали, что это спинномозговая пункция обязательно, как в травматологических отделениях или в нейрохирургии выполнялись. Нет, это забор материала либо тонкой иглой, либо толстой иглой под визуальным контролем. Мы же не делаем ничего наугад. Мы же проводим КТ-контроль, УЗИ-контроль. У нас есть прекрасный специалист. Прекрасный специалист российского, международного, я бы даже сказала, уровня, который выполняет все эти процедуры. Но добиться кусочка ткани нам обязательно, понимаете, потому что мы сейчас имеем потрясающие возможности за счет ОМС провести молекулярно-генетическое исследование, о котором мы могли только мечтать даже на рубеже тысячелетий. То есть в начале 2000-х годов мы не могли об этом мечтать, а сейчас мы каждому пациенту можем провести молекулярно-генетическое исследование, определить профиль и подобрать лечение, так называемое таргетное, целевое, то есть то лечение, которое именно будет попадать в цель. Важно еще иметь в виду, что ранняя диагностика – это тоже, можно сказать, да, успех лечения. Это, безусловно, да, залог успеха нашего, потому что, вы представляете, 41 тысяча пациентов живы в настоящее время. Вы представляете, канцер-регистр у нас ведется диспансеру 75 лет в этом году, вы нас должны были поздравить. Именно в феврале. Будете поздравить, да. В 46 году наш диспансер был создан. И вы представляете, есть пациенты, которые лечатся с 50-х годов и доживают, живут десятилетиями, и доживает до второго рака, до третьего, да, и так далее. Благодаря чему? Благодаря тому, что пациенты сами, вот вы говорите, как пациент может что-то почувствовать или что ему заподозрить? Когда пациент заподозрит, это уже распространенная стадия болезни. Пациент должен, еще не заподозрив, понимать, я хочу сохранить здоровье, у меня вот такие планы и такие мечты, я сейчас пойду проверюсь. Мне нужно быть здоровым для того, чтобы осуществлять в течение жизни все свои мечты и желания исполнять. И тогда пациент приходит в начальной стадии, а те люди, которые наблюдаются у нас, они под постоянным наблюдением, у них, естественно, заболевания могут выявляться в начальной стадии, поскольку они под диспансерным контролем. И тогда, безусловно, более широко в первой стадии применяется хирургическое лечение. Иногда не нужно химиотерапию проводить, не нужно проводить лучевое лечение при некоторых заболеваниях. Стандарты меняются. Безусловно, мы проводим, стараемся почти все необходимые методы применить, но при начальных стадиях бывает этого и не нужно. И тогда пациент имеет шанс на 100% выживаемость. А, Елена Андреевна, что нужно предпринимать, да, как раз-таки, чтобы не дошло уже до того, что человек уже что-то начал подозревать? Это ежегодно или, может быть, раз в полгода нужно какие-то анализы сдавать? Что нужно делать? Ну, вот я очень благодарна коллеге, которая сказала не здоровый образ жизни, а здоровый образ мыслей. Вот чем больше я занимаюсь профилактикой, тем я вот для себя сформулировала даже некий такой постулат, с которым хочу поделиться. Все человечество делится на две большие категории. Первая, которая не заботится о своем здоровье, и, наверное, с ними мы, увы, вот вчера мы тоже разговаривали с пресс-службой министерства, мы ничего не сможем сделать. Вот как бы мы с вами часто тут не встречались, о чем бы ни говорили. А вторая, которая заботится, вот просто имеет здоровый образ мыслей в отношении онко, в отношении инфаркта, инсульта, вот чего угодно. То есть человек просто настроен на то, чтобы сохранить самое ценное, между прочим, что у него есть, чтобы идти по жизни дальше. И вот для этой категории людей, конечно, можно дать уже определенные советы. Что действительно нужно, первое, о чем я говорила, все-таки вести некий здоровый образ жизни на фоне здоровых мыслей, особенно у тех, совершенно согласна, у которых неблагоприятная наследственность. Но все больше и больше. Что такое неблагоприятное? Это не бабушка в 10-м колене, это прямые родственники в определенном, достаточно молодом все-таки возрасте имели серьезные заболевания, сегодня мы говорим об онко. Вот этим людям, конечно, нужно в первую очередь раз от раза просыпаться утром и говорить, что-то, наверное, мне вот нужно сделать, кроме того, чтобы пойти что-то купить. Второе, это, конечно, вести вот образ жизни, тот, о котором мы говорили, и действительно периодически обследоваться. Действительно периодически обследоваться. Либо на фоне полного здоровья, и на это направлены наши профилактические осмотры и диспансеризация, которые проводятся не в онкологическом диспансере, не вот у этих прекрасных специалистов, у этих коллег, а в нашем звене, в первичном звене. Начинается она дома. Это диспансеризация, когда человек говорит, что завтра я не пойду в гости, я не пойду еще куда-то, я завтра пойду на диспансер. Вот с этого начинается диспансеризация.
Вот, то есть это либо вот как бы такой скрининг всех на фоне, при отсутствии признаков болезни, либо все-таки такой, когда человек, ну, может быть, он прошел диспансеризацию, проводится раз в год, а некоторые исследования в рамках диспансеризации проводятся раз в 2 года или раз в 3 года. И вот за эти 3 года тоже у человека может что-то произойти, поэтому, конечно, внимательное отношение к своему здоровью. Похудание, бледность, усталость. Вот в прошлом месяце он катался на лыжах, а в этом что-то случилось. Это какие-то кровотечения откуда, это пропал аппетит. Это еще какие-то микросимптомы. Человек, который хочет сохранить здоровье, он их заметит. Он их заметит и отправится уже, ну, скажем так, по этапу, да, вот к одному специалисту, к другому. Поэтому здесь такие 2 тактики, я бы сказала. Одна – это на фоне полного здоровья, а второе – это все-таки себя внимательно слушать, потому что, ну, иногда и на диспансеризации, вот ты придешь, не расскажешь о своих жалобах, и врач что-то пропустит. И какие-то исследования бывают, а если человек придет и уже скажет, а вы знаете, вот все-таки что-то у меня случилось, то вот этот тандем, человек и специалист, да, пациент, потенциальный пациент, он уже более будет эффективно и продуктивно работать, нежели вот только одни усилия системы здравоохранения. А ваша организация какую именно помощь оказывает, да, в профилактике? Ну, наша организация, помимо вот такой, скажем, информационно-просветительской деятельности, вот вчера мы, например, очень много информационных материалов распространили в интернет-сети в отношении вот то, о чем мы сегодня говорим, это все ушло в виде кратких таких посланий. Вот. Мы еще, в общем-то, занимаемся методическим сопровождением вот этой диспансеризации, профилактических осмотров во всех учреждениях первичной медицинской помощи Тверской области, так, когда она начнется. Мы надеемся, что она вот-вот начнется, наверное, ну, рано или поздно. И тогда, конечно, вот у нас не проводится непосредственно в нашем, но со специалистами, которыми мы работаем, как проводить профилактическое консультирование, какие документы, сейчас вышли новые нормативные документы, вот этим вот методическим сопровождением мы занимаемся. Непосредственно в Центре общественного здоровья медицинскую профилактику диспансеризацию не проводят. Это проводят по месту жительства каждого человека. На нее нужно записываться? Нет, на нее записываться. Вот сейчас не нужно. Вот сейчас, когда, наверное, будет разграничение некоторых потоков пациентов, когда еще все-таки у нас учреждения будут работать частично вот как инфекционные, то тогда, наверное, мы сделаем действительно онлайн-запись какую-то или телефонную запись или еще что-то. Посмотрим, как будут развиваться события. Но до вот этих вот на диспансеризацию приходил каждый желающий в определенной схеме, в определенное место, кабинет специальный был, таким вот образом. А что такое вторичная уже профилактика? Вторичная, третичная? Ну вот Елена Андреевна правильно сказала, что выявление, да, на наши первичная профилактика занимается не онкологический диспансер, а занимается именно первичное звено. И вот в региональной программе из 4 показателей, фактически 3 – это показатели работы именно первичного звена. А в онкологическом диспансере, вот как сказала Ирина Владимировна, наша задача уже лечить имеющуюся патологию, выявить структуру ткани, подобрать уже правильное лечение на онкологическом консилиуме. То, что именно онкодиспансер уже занимается вторичной, третичной профилактикой, это и направлено для снижения инвалидизации, и на предупреждение, как я уже говорила, рецидивов. Потому что сейчас, в нашем 21 веке, мы можем предложить в диспансере весь спектр лечения, хирургическое лечение, лекарственное лечение. То есть мы под лекарственным подразумеваем и цитостатики, то есть химиотерапия, и таргетная терапия. Как вот Ирина Владимировна сказала, некие целевые направленные препараты. И иммунотерапия, то, к чему мы стремимся, наверное, последние уже 3-4 года. Гормоны. И гормональная терапия. Вот. И в том числе и лучевая терапия. Но, естественно, на ранних стадиях не всегда нужны все 3 метода лечения. Вот. И здесь, да, есть патологии, которые могут заканчиваться только хирургическим методом. Именно поэтому еще в рамках программы происходит оснащение оборудованием онкологического диспансера. Вот в 2019 году было закуплено 67 единиц оборудования, в 2020 году 25 единиц. Вот все введены в эксплуатацию. Поэтому, в принципе, даже можно так сказать, на этой неделе, в понедельник, ну, в лор-отделении проведена была уникальная операция на ротоглотке именно с использованием новейшего оборудования, микроскопа и хирургического лазера.
Такого оборудования нет ни в одном учреждении области, и, в принципе, проводятся они только у нас. Вот, то же самое, я думаю, Ирина Владимировна поддержит, касается и химиоэмболизации. Да-да, у нас была открыта, да, рентгеноперационная, также благодаря взаимодействию с фондом ОМС. Вот, поэтому весь спектр, в принципе, хирургических манипуляций, даже федерального уровня, мы можем предложить в нашей области, у нас в учреждении. Елена Андреевна, чтобы все-таки, опять же, снизить риски и в случае чего выявить заболевание на ранней стадии, какие бы вы именно анализы, да, порекомендовали бы сдавать вот абсолютно всем возрастам, да, всем категориям граждан и с какой регулярностью? Может быть, это анализ крови или еще что-то? Ну, вы знаете, вот эта вот пресловутая диспансеризация, к которой, мы надеемся, все-таки отношение меняется у людей, там прописана вот практически схема, кому в каком возрасте, какой действительно спектр и какой набор обследований нужно пройти. Туда не входят КТ, там всякие вот эти МРТ, да, наши чрезвычайно любимые, которые мы назначаем так часто не по делу, и так часто они нам дают какие-то находки, которые потом не требуют никаких и не изменят ход жизни и качество жизни, лишь только доставят массу неприятностей и массу психологического дискомфорта. Это я просто небольшое отступление делаю, потому что иногда хочется во время диспансеризации кому-то получить направление на бесплатное МРТ-исследование. Нет, и туда, в общем-то, неспроста попали все анализы. Это, весь этот перечень основан на больших, в общем-то, исследованиях, которые доказывают, что вот это надо сделать, а вот это не надо сделать. И туда действительно начинается это все. И с годами это менялось. Одно время там у нас был анализ мочи, УЗИ, потом мы это поняли, что это ни к чему, да, ходить вот с литрами, с литровыми банками мочи и носить это все, заставлять лаборатории наши. И остался определенный перечень, туда обязательно входит действительно анализ крови, туда обязательно входит очень необходимая маммография для женщин с определенной периодичностью, с определенного возраста. Туда обязательно входит исследование кишечника, которое начинает с анализа кала на скрытую кровь. Вот недаром коллеги говорили, что рак кишечника растет, и его надо выявлять. Бессимптомно он растет, и вот эта микропотеря крови, они, в принципе, выявляются хорошо сданным, качественно сданным анализом, простым очень методом. И уже если там что-то есть, тогда назначаются дальнейшие обследования, такие как колоноскопия, она тоже присутствует в диспансеризации, но не с самого начала. Ну вот я только несколько перечислила, там есть элементарное измерение массы тела, роста и определение индекса массы тела, потому что, да, человек думает, понимаете, он знает, что у него где-то не все хорошо с объемом талии, но когда ему в цифрах это скажут... И покажут. Покажут. И когда еще при этом врач или медсестра расскажет, чем это ему грозит, ну и дальше что нужно сделать, и через 2 месяца спросит, а что ты сделал, это немножко другой подход. Поэтому, конечно, диспансеризация – это непростая вся вот стратегия, и если она хорошо выполняется... И теми, кто приходит, и те, кто выполняет, то она, конечно, нужна, и она, конечно, оправдана, и позволяет выявлять. То есть вот это простые обследования. Еще сюда входит ряд рентгенологических исследований, флюорография и гастроскопия в определенном возрасте. Я только несколько перечислила. И сахар крови, и биохимическое исследование крови. То есть вот я уже перечисляю очень много нужного и полезного. Все проводится в один день. Ни за что не надо платить. Вот, дорогие друзья, вот вообще о чем мы здесь говорим? Да? Вот просто о чем мы здесь говорим. Это нужно просто прийти и сделать. Оксана Андреевна, вот сейчас, да, идет вакцинация. И очень много нам поступает звонков от наших телезрителей, которые спрашивают, все-таки онкозаболевание – это противопоказание к прививке или все-таки нет? Ну вот смотрите, это... По такой, скажем так, официальной информации, в конце января наш главный онколог Минздрава Российской Федерации Каприн Андрей Дмитриевич, он объявил о том, что будет взаимодействие с Институтом Гамалеи, и начнется некий набор добровольцев, и будут вакцинироваться данные пациенты, имеющие онкологическое заболевание.
Но, опять же, речь пойдет о пациентах, которые находятся в состоянии ремиссии, а никак не в активном процессе, тем более, которые вот в настоящий момент проходят или курсы химиотерапии, или получают лучевую терапию. То есть вот на данный момент сказать однозначно, что да, онкологических пациентов надо вакцинировать от COVID-19, вот, я так сказать не могу. Никаких исследований пока официальных нет, поэтому мы подождем, когда вот все-таки появится хоть какая-то информация. Но в настоящий момент лучше воздержаться от вакцинации именно нашим пациентам. А какую вообще сейчас профилактическую помощь может получить пациент бесплатно? То есть это диспансеризация, которая будет, да, о которой мы говорили? Ну, профилактическая помощь, во-первых, не выделяет, есть лечебная профилактическая помощь, так? Во-вторых, диспансеризация, безусловно, это только одно из направлений, то есть это диспансеризация, это тогда, когда человек вне всяких признаков заболевания приходит в больницу. Конечно, человек идет в больницу, и когда у него имеются уже какие-то симптомы, и, ну, понимаете, вся деятельность врача-специалиста в этом случае направлена, она частично лечение, частично профилактика. Мы не можем так разграничивать. Во-первых, профилактика осложнений и других заболеваний. Поэтому, ну какую помощь? Это вся плановая лечебно-профилактическая помощь в рамках диспансеризации профилактических осмотров и в рамках обращений, как мы говорим, пациентов в лечебно-профилактическое учреждение первичного звена. Оксана Андреевна, а если говорить о причинах онкологических заболеваний, ну, помимо курения, да, вы сказали, что это может генетическая, да, предрасположенность быть, но для нее же какой-то катализатор все равно нужен. Это может быть стресс или какое-то перенесенное заболевание. Сейчас еще откачусь немножко назад в плане табакокурения. Это не только рак легкого. Как обычно пропагандируется, именно так. Мы забываем про то, что это также катализатор развития рака мочевого пузыря, рака поджелудочной железы, рак желудка, рак ротоглотки, тот же самый жевательный табак. Такое некое отступление. Печень. И рак печени, да, мы про это тоже не забываем. Но вот этот вопрос я бы переадресовала, наверное, Ирине Владимировне, потому что она с таким стажем работы, она больше расскажет именно про профиль онкологического пациента, да, кого мы видим, именно какие у нас инфекции сейчас чаще встречаются, и что мы можем в плане диагностики сами оказать. Значит, что касается, да, мы хотели говорить о том, что является катализатором. Да, безусловно, должен быть какой-то толчок, промоутер, какой-то фактор, который вызовет запустит этот процесс, онкопроцесс. Ну, вы же помните, что Нобелевскую премию получили ученые, которые доказали, что рак шейки матки имеет вирусную природу. Когда мы учились в институте, каждый из нас, мы говорили о том, что есть много-много-много теорий возникновения рака. И это воздействие на кожу, безусловно, это инсоляция, химические теории, и вирусные. Но вот вирусные наконец-то доказано. Но я вам хочу сказать, что, конечно, что касается женщин, эта тема мне более близка, потому что я много лет занимаюсь именно лечением рака молочной железы. На самом деле, надо сказать, что женщины в таком хорошем положении, и мне непонятно, почему до сих пор к нам приезжают пациентки просто с запущенными раками, погибающие пациентки с раком шейки матки, который невозможно вылечить, или с раком молочной железы, который невозможно вылечить, который годами у них развивается, и близкие на это как будто бы не реагируют. Понимаете, значит, 40% рака у женщин – это женский чисто рак. Это рак молочной железы, яичников, матки, шейки матки. Диагностируется прекрасно. Наружная локализация. Приди к гинекологу, сделай маммографию плановую. В любом учреждении нашего города сейчас есть маммографы. И ты уже будешь направлен по маршруту. Что у женщин вызывает рак? Если вы почитаете зарубежную литературу, в онкологии очень часто они работают с онкопсихологами, то там везде написано красной нитью – рак, болезнь, переживаний. Безусловно, стресс у женщин, если посмотреть, это развод, это, между прочим, молодые женщины, уважаемые, аборт, то есть грамотная контрацепция – это профилактика рака. Иногда беременность является катализатором. У нас есть такие пациентки, которые излечились от рака молочной железы,
заболев им в период беременности. Это в молодом возрасте? В молодом возрасте. Это, безусловно, инфекция, передаваемая половым путем. В два раза увеличивает риск рака молочной железы такое заболевание, как эндометриоз. Но к нему почему-то гинекологи относятся очень легкомысленно. Типа и лечить не надо, и наблюдать не надо. Дорогие женщины, ваша женская половая сфера должна быть в идеальном порядке. Тогда вы можете быть уверены, что с меньшей вероятностью у вас возникнет какой-либо рак. И в том числе рак молочной железы, рак матки. Ожирение, безусловно. Нарушение питания. Безусловно, это... Стрессы все-таки считаются, что это стрессы внутрисемейные, не то, что тебя уволили с работы, а именно переживание, уход близкого человека, да, многие тяжело переживают, уход ребенка или еще что-то, это, безусловно, является спусковым механизмом. Наш организм, вся реализация всех процессов, в том числе иммунных, происходит через эндокринную систему, через диффузную, через железы внутренней секреции. И мы, организм, отвечает на вызовы времени, на токсичность информационной среды, на токсичность окружающей среды, на токсичность того, что мы потребляем, извините, с пищей, на токсичность в отношениях, когда нет гармонии между супругами, когда нет реализации женских гормонов, когда отсутствует нормальная сексуальная даже жизнь у женщины, у мужчины. Это, безусловно, является катализатором. Почему я и говорю об образе мысли, второй момент – образ жизни – потому что из образа мысли вытекает образ жизни. И тогда физическая активность, любовь, доброта к этому миру, к окружающим, любовь к себе, именно она является профилактикой всех заболеваний, в том числе онкологических. Вот сейчас много тоже говорят, что много болеют детей. Особенно распространен тот самый острый лейкоз. Расскажите немного о нем, насколько многие СМИ пишут, да, и специализированные журналы, что он прекрасно лечится. Так ли это? Ну, на самом деле, да. Конечно, вам бы лучше еще пригласить в эту студию детского гематолога, например, поговорить об этом. Но на самом деле острые заболевания, если у пациента есть хорошие функциональные возможности организма, то есть для того, чтобы перенести тяжелое токсичное лечение химиотерапии, безусловно, такие пациенты лечатся очень хорошо, даже лучше, чем пациенты вот с какими-то такими лимфопролиферативными заболеваниями, которые они приобретают во взрослом возрасте. И, конечно, такие пациенты, они имеют совершенно потрясающую жизнь многие. И по прошествии какого-то количества лет после химиотерапии, токсичной, которая, как мы понимаем, действует на половые органы и так далее, да, тем не менее, эти пациенты могут создавать нормальную семью, иметь нормальных детей, здоровых и так далее. Конечно, я не сомневаюсь, что все это накладывает отпечаток на какие-то особенности их детей, потому что все равно токсическое воздействие на половые клетки было в молодом возрасте. Но это все необходимо исследовать. Мы так не можем говорить. Мы должны только сказать, что, уважаемые родители, всегда есть надежда вылечить своего ребенка. Для этого нужно просто бороться. У нас потрясающий центр, центр Дмитрия Рогачева, потрясающие детские доктора, которые, безусловно, отдают все свои силы, знания и жизнь даже, и время отдают нашим детишкам. Поэтому в этом смысле как раз очень хорошая ситуация. Вы мне говорили, что даже вот острый лейкоз, да, после него можно, многие даже потом с ним и не сталкиваются, перенеся это заболевание. То есть нет возврата, длительная ремиссия. Нет рецидива, возникает длительная ремиссия, да, мы называем это ремиссия, отсутствие заболевания. Мы, почему вот Оксана Андреевна правильно сказала, в этой ситуации, особенно при лимфопролиферативных заболеваниях, когда это связано с поражением иммунной системы, да, крови, лимфатических узлов, очень опасно делать прививки многие, потому что они могут вызвать на фоне ремиссии именно возврат заболевания, как мы называем у себя в онкологии, рецидив заболевания. Безусловно, но ремиссия может длиться десятилетиями. А что касаемо тех женских болезней, да, заболеваний женского рака, как вы сказали, какова у них длительность ремиссии? Вот я знаю, потому что после лечения, да, того же рака груди люди просто десятилетиями живут и, в принципе, а здесь мы опять возвращаемся к стадии.
либо это пациентка на первой, второй стадии заболевания с определенным там, видом ткани, с определенным генотипом опухоли, либо это четвертая стадия. И тогда у нас уже, Ирина Владимировна, не даст соврать, цели и задачи лечения совершенно иные. Если при первой стадии мы все-таки ведем речь о радикальном лечении, об излечении, как вы говорите, да, но для нас это понятие ремиссии, то при четвертой стадии у нас цель другая. У нас цель не дать болезни распространиться дальше, на каком-то этапе ее задержать и при этом сохранить качество жизни. А качество жизни после лечения, оно кардинально меняется у пациента? Смотря какой метод лечения был применен, опять же. Вы знаете, за границей очень распространены такие вот, когда ученые показывают своих пациентов, они обычно всегда заканчивают свои доклады фотографиями своих пациентов. То он там с ластами ныряет, то он там на слоне в Индии и так далее. Качество жизни зависит от образа мыслей. Если у меня есть пациентки и были пациентки, которые входят в нашу пациентскую организацию, объединяющую женщин после мастэктомии, и в четвертой стадии, и с метастазами, и в кости, и в печень. Но у пациентов такой образ мыслей. Они плавают в ледяной воде в любое время года, они ныряют в источники, они забираются в горы. Все зависит от того, насколько ты хочешь ощутить полноту этой жизни. Я же вам говорила, цели и желания. Вы хотели что-то сказать? Да, я просто еще немножко добавила, хотела бы добавить про окружение. Вот понимаете, взаимоотношения и поддержка близких тоже, вот когда читаешь зарубежные какие-то исследования, результаты, то они, конечно, очень много. То есть работает социолог, работает психолог, работает с близкими пациента. Но у нас, я так думаю, что это тоже где-то внедряется потихонечку. Да, и психолог да? у нас есть. Вот. И, конечно, качество жизни, безусловно, человек, который на лечении или после лечения, или даже при обследовании, вот на всех этих этапах вот, борьбы с онкопроцессом, зависит от домашней обстановки, от поддержки, еще раз, от того, насколько организован режим и все остальное. То есть вот это вот. И, конечно, тоже наша задача вот сегодня, вот в день как бы, борьбы с онкологическими заболеваниями, говорить о том, что вот я есть, я существую, да, вот девиз этого. Вот. Он распространяется в том числе и на эту микроокружающую среду. Вот это вот тоже. Ну, хочу добавить, на базе онкологического диспансера существует школа пациентов, там, где наши пациентки, которые в данный момент проходят лечение, они консультируются с теми, кто уже прошел через это лечение. То есть подобное подобным. Взаимоподдержка. Это, конечно, очень важно. Да. Действительно, пример, который вдохновляет. Да. И вот это вот показывает, что все преодолимо, что можно пережить и курсы лечения, химиотерапии, операционные вмешательстве, то есть все это можно пережить. Но все же лучше этого не допускать и соблюдать все необходимые меры. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Валерия Королева. Сегодня мы говорили о профилактике онкологических заболеваний. Наши гости сегодня – это Низова Елена Андреевна, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Тверской области. Оксана Андреевна Комарова, главный врач Тверского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Тверской области и заведующая диспансерным отделением Ирина Владимировна Естигнеева. Спасибо вам большое. Берегите себя. Всего доброго.